Всем привет, ребята! Вы на канале Самоделки ТВ. И сегодня я буду снимать еще одно видео про ящериц. И это видео я очень ждал, когда сниму, конечно. Я очень рад, то, что у меня появилось очень много ящериц и еще кое-что крутое. Но я вам это покажу. И первым, что я хочу показать, это вот такой огромный террариум. Просто посмотрите на его масштабы. Вот моя рука. И вот он. Тут раньше держали, как они, карпов, да? Тут еще я пока не засыпал ничего. Ну, а тут, как видите, засыпал. Там были дырки, ребят. И поэтому я их закрыл. Там кирпичами еще подложил. Ящерки не убегают. Ну, давайте начнем с обзора ящериц. Так, одну я, наверное, достать вам не смогу, потому что она вон в той норке сидит. Я ее не достану. Но я могу вам показать двоих. Так, вот. Одна. У меня только зеленые большие. Вот. Одна это самочка. У меня такая. Она без пятнышек, но она самая безобидная. Вот она. Какая красивая. И, ребят, видите, там еще зелененькая есть. Там изумрудная ящерица моя. Так, давай, красавчик. Это уже самец. Ух. Он лежал в песке, ребят, целую неделю. Он там зарылся на целую неделю. Вот такой самец. Он сам без пески, его надо будет помыть. Давай, слезай. У него, кстати, очень сильные когти. Ну, острые. Ну, вообще жесть. И, ребят, вон там вот у меня ящерка. Блин, я ее сейчас не достану. Жалко, конечно. Но, может, она выйдет, не знаю. Сейчас я пока рано утром снимаю, тут прохладно еще, они не хотят выходить. Давайте посмотрим. Но еще хорошая новость, ребят, у меня появилась собака, ее зовут Моти. Она сейчас в доме, я сегодня с ней гуляла, она очень любит грызть мои вот эти штаны и сапоги. Почему-то ей нравится все такое. Ну, самая моя любимица, это вот это. Сейчас. Давай, сейчас фокус. Вот. Самая офигенная ящерица. Ну, самая красивая. А может, и не самая красивая. Ребята, вот я их ловлю, я не знаю. Смотрите, получается, вот тут вот. Они вот зеленых вот тут полно просто. Я один раз 6 поймал, но я их отпустил. Кстати, которая зарылась вон там вот, там нора, она там, ну, она одна из 6 тех ящериц, которые я поймал. Ну, а остальных я отпустил. Ну, конечно, ящерицы это очень круто. Наблюдать за их жизнью. И вообще за ними смотреть. Смотрите, вон самочка что-то хочет сделать. Наверное, хочет залезть куда-то. Вот, ребята, ящериц можно увидеть где угодно. Вот там у нас, ну, далеко, я сейчас вам покажу. У нас есть огород. Огород. И там, получается, сейчас... Там внизу, получается, там лестница есть. Тут, кстати, тоже ящерица в эти палки залазит. От меня прячется. Ну, сейчас я ящериц, наверное, не найду. Сейчас прохладно и сыро. Только мои там правильные. Вот, ребят, спуск вниз. Вот ступеньки. И вон там я вот вдалеке поймал двух вчера зеленых. Я их оставлю, скорее всего.
на этом, ребят, у нас пока что, ну, все. Ну, а если тебе понравилось это видео, и ты хочешь еще больше таких видео про ящериц, поставь лайк и нажми на колокольчик. Вы были на канале Самоделки ТВ. Всем пока!